музыка веры. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мир вам, дорогие братья и сестры! С вами музыкальная передача «Музыка веры», ее ведущий священник Георгий Галахов. Сегодня мы начинаем цикл передач, в которых постараемся прикоснуться к великим духовным сокровищам нашей Русской Православной Церкви, к наследию тех святых ее отцов, которые составляют сон русского старчества, кто уже более 200 лет окормляет любовью Христовой, духовно просвещает, укрепляет и поддерживает Святую Русь, начиная от преподобных Нила Сорского и Паисия Величковского до наших современников архимандрита Иоанна Крестьянкина, протоиерея Николая Гурьянова. К этим великим старцам шли мудрецы и простецы, шли простые крестьяне и русские императоры, шли все, кто стремился узнать волю Божию, кто нуждался в помощи и совете. Думаю, нам всем очень полезно и узнать некоторые сведения из жизни этих святых отцов, а еще это одна из главных задач – услышать духовные песнопения, которые сопровождали церковные их молитвы, которые пронизывали и украшали весь строй духовной жизни того времени православных христиан. Богослужения, песнопения, старинные и новые, авторские. В этом нам помогут замечательные хоровые коллективы, которые мы услышим вместе с наставлениями старцев святых отцов. Преподобный Нил Сорский происходил из дворянского рода Майковых. Родился он в 1433 году и положил начало иноческой жизни в Белозерской Кирилловой обители. Несколько лет преподобный провел на Афонской горе и в Константинопольских монастырях. Тут он изучил все виды монашеского подвижничества и в особенности скитское житие. Преподобный Нил главным образом везде старался вникнуть в смысл и дух так называемого умного иноческого делания, внутреннего самоиспытания, все применяя к себе, к своей собственной духовной жизни. И возвратясь в Белозерский монастырь, преподобный Нил уже не остался жить в нем, но срубил себе келью невдалеке от него, а потом отошел за 15 верст, где, водрузив крест, поставил сперва часовню и уединенную келью, и при ней ископал колодец.
А когда собралось к нему несколько братьев, то уже построил деревянную церковь, Сретение Господне. Как для себя, так и для учеников своих преподобный Нил поставил правилом не общежительное житие, а строгое скитское. Слава блаженного Нилова сияла гораздо далее стен русских обителей. Его знали и уважали русские иерархи. По летописям и актам известно, что в 1503 году был еще собор на Москве, на котором преподобный также присутствовал. Им было внесено в соборное рассуждение предложение освободить монастыри от управления вотчинами, то есть населенными имениями. Преподобный, предлагая, чтобы у монастырей не было сел, желал, чтобы жили бы чернецы по пустыням, а кормились бы рукоделием. Наставлений преподобного Нила Сорского. Как бороться с гневом? Если одолевает тебя гневный помысл, принуждая к памятозлобию и поощряя к ярости, чтобы воздавать злом за зло оскорбителю, тогда вспомни слова Господа: «Если каждый из вас не отпустит брату согрешением его, не Отец ваш Небесный отпустит вам согрешение ваше». Можно и взглядом оскорбить своего брата, говорят отцы. Самые помыслы гневные – нужно искоренять из сердца, что и будет полным сердечным прощением. Великую же победу над гневным помыслом одерживает тот, кто не только прощает, но и молится за оскорбителя. Молиться за брата – это есть любовь и прощение, а призывать в помощь его молитвы – это уже есть смирение. Как бороться с духом уныния? Когда дух уныния сильно одолевает нас, то великий предстоит тогда подвиг душе. Люд и тярок этот дух уныния, тем более, что соединяется и пособствует духу скорбному. Когда такие жестокие волны уныния восстанут на душу, человек теряет надежду когда-либо избавиться от них, ибо враг внушает, что если сегодня ему так тяжело, завтра и далее будет еще мучительнее, что он оставлен Богом, что Бог не печется о нем, что случается это с ним помимо промысла Божия, и случается именно только с одним одним. Другими же ничего подобного не было и не бывает. Но нет, это не так, совсем не так. Господь, как чедолюбивый Отец, попускает по Своей любви такой духовный жезл не только нам, грешным, но и избранникам Своим святым, от века благоугодившим Ему, для преуспения в добродетелях.
И вскоре же бывает изменение состояния нашего духа. Получается милость Божия, а затем и утешение. Без попущения Божия враг не может сам по себе причинить нам ничего. Пусть тогда молится молитвой великого Варсонофия: «Господи, Ты видишь скорбь мою, помилуй меня, Боже, помоги мне грешному». Или как повелевает Симеон Новый Богослов: «Не попусти на меня, Владыка, выше сил моих искушения, или скорбь, или болезнь, но подай силу и крепость, чтобы я мог перенести все с благодарением». Как бороться с гордостью и презрением? Что сказать о презрении и гордости? Хотя названия в них различны, но в сущности они одно и то же. И гордость, и презрение, и высокосердие, и кичение – все они окаянны, как говорит Писание. Господь гордым противится, и нечист пред Богом всяк высокосердный. Мерзкий и нечистый, имея противником себе Бога, когда и в чем и где надеется найти какое-либо благо? От кого будет помилован? Кто очистит его? Горестно и говорить об этом. Побежденный духом гордости сам для себя и бес, и враг, и в себе самом же носит готовую для себя погибель. Поэтому нужно нам бояться и трепетать страсти гордости, всегда избегать ее, помышляя, что никакое добро не может быть сделано без помощи Божией. Если мы будем оставлены Богом на свой произвол, то будем смущаемы дьяволом, как лист, колеблемый ветром, или как пыль, поднимающаяся от земли вихрем, будем в поругание ему и в плащ для людей. Размыслив обо всем этом, будем стараться во смирении проводить свою жизнь. Thank you.
Дорогие радиослушатели, на сегодня мы прощаемся с вами. И благодарю вас за ваше внимание. До новой встречи в передаче «Музыка веры». В передаче нашей были использованы записи мужского хора издательского отдела Московской патриархии «Древнерусский распев» под управлением Анатолия Гринденко. С вами был священник Георгий Галахов. Всего вам самого доброго. Милости Божией. Музыка веры.